Аграрии на дне поля в Цивильском районе могли также подробно ознакомиться, для чего необходимо знать состояние плодородия почв, на которых возделываются сельхозкультуры. Сколько и какие удобрения вносить, чтобы решить нехватку тех или иных веществ – все это выясняют специалисты агрохимслужбы Чувашии. Это единственная подведомственная Минсельхозу России организация в регионе, которая проводит государственный мониторинг состояния плодородия земель. Работает в республике с 1964 года. В республике более 900 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Ни один из участков на этой территории не остался без внимания специалистов агрохимслужбы Чувашии. За 58 лет работы почвы каждого хозяйства были обследованы не менее 11 раз. А обратиться за помощью в организацию могут как крупные агрохолдинги, так и фермеры. Сотрудничаем со всеми хозяйствами Чувашской республики. То есть наше обследование, оно проводится с периодичностью один раз в 5 лет. За это время мы проходим полный цикл. Для чего необходимо агрохимическое обследование почв? Допустим, в земле, на которой аграрий собрался возделывать разные культуры, одних питательных элементов не хватает, а другие вещества в избытке. Выявить все недостатки, проблемы смогут только специалисты в лаборатории путем проведения агрохимического анализа почв. Без этих знаний эффективного земледелия не получится. На основании этих обследований мы разрабатываем рекомендации по улучшению и сохранению плодородия почв Чувашской республики. Определяем показатели плодородия. Это содержание фосфора, гумуса, кислотности, значит, обменного калия. И на основании этого составляем проекты по изыскованию, фасертованию почв. Также имеется квадрокоптер. Мы составляем проекты также по культуртехническим работам. Специалисты разрабатывают рекомендации, сколько удобрений вносить, в каких дозах, и составляют технологические карты возделывания сельхозкультур. За более полувековую историю у организации накопилась богатая база данных. В лаборатории агрохимцентра Чувашский проводятся также анализы питьевой воды, удобрений, испытания растительной продукции, определяется качество кормов. Наталья Егорова, Вероника Павлова, Святослав Петров, Вести Чувашия.